Друзья, всем привет. Все услышал. Зашел, подкинул дровишек. Печечка работает. И этот. Смотрю, муха спит. Отдыхает. И, друзья, там спрашивали. Вот он. Ну, этот месяц, я думаю, он точно продержится. Получается, он до Нового года, ему осталось, грубо говоря, 40 дней. Я его проверяю каждый день, пока твердый. Все, нету никаких ранок. А не, вот есть уже. Вот, ну, проверяю. Пока тверденький. Так. Володь! Что это ты играешь с своей посудой, ты? Гляньте, что творит. Да не заберу я у тебя ее. Опа, опа, облизывает. Так, друзья, сделал ему занавеску. И... Так, пойдемте еще покажу. Машину уже сюда поставил, потому что сегодня утром был снег. Так, друзья, тут тоже все позапенивал, и там, и окно позакрывал, короче, утепляю их тоже, сделал, друзья, но они пока не выходят. Вот такую вот дверь клеенкой оббил, ну, это мы покупали для этого, для разделки кабана, и я ее помыл, думаю, пускай здесь будет. Так, ну, она мне, как бы, я ее не выбрасывал, помыл и сделал такой вот, типа, тамбурка. Ну, клеенкой накрыл, чтобы оно, как бы, не быстро не сгнило. И, друзья, вот здесь тоже вот такой вот загородил, тоже, типа, тамбурка. И сюда, пускай они пока, ну, научатся ходить, пока не холодно. А в дальнейшем я повешу еще им тут занавеску. Я их специально всех сюда загнал, чтобы они, ну, как бы, сами вышли. Ну, я думаю, пару дней, конечно, придется помучиться, ну, позагонять их. На ночь будем их загонять. Поставлю вот сюда им, наверное, водичку. Хотя тут они и так, это утки, конечно, сырость разводят, хотя здесь воды нету. Так что утепляемся. Ну, кролям, в принципе, нормально. Опа. А, вон они. Половина здесь, а половина вон там сидят, наверху. Так что... Опа, сено, сено кушает. Вы видите, вон беляночка кушает сено. Вон, видите? А ну-ка. Клац. Видите, сено грызет. И такие точно тамбурки, наверное, буду. Ну, индюкам-то не буду делать. Они для них маленькие. У них там будет двери. Я вам все буду показывать. А у курей тоже так же сделаю. Так что. Вот такие вот пироги. Друзья, так никто и не выходил. Эту трогать не буду. Уже это на улице пускай будет. Я им сегодня... Сейчас они проголодались. На ночь поставлю. А ну-ка, одну секундочку, да. Вот так. О. Раз. Один возьму, потом еще кину. Я им уже занес покушать. Надя. И одну поставлю им водички. Ну, тут все равно мокро. Когда научатся выходить, вот этот завтра уберу с утра, чтобы они... Или, наверное, сейчас уберу. Да. А ну-ка, сейчас, одну секундочку. Вот, убрал. О, хорошо, но положил я кирпичи сюда. Ну, вместо бетона запенил. Но все равно не так дует отсюда. Меньше сделал квадратик.
и уже как бы не так будет дуть. И я думаю, завтра с утра они сами выйдут. Когда они научатся ходить уже через тот отсек, тогда я поставлю вот эту. Ну, друзья, слышите, как это две утки крякают. Если будет больше уток, они тоже так шум будут создавать нормальный такой. Ну, я думаю, что будет все нормально у них. О. Опа, пошел проверять. Боится еще, он увидел там этот. Ну, я думаю, утром они выйдут. Все. Друзья, пошел снег, Володька играется. Сейчас уже Катя будет его кормить. А ну отдай. А Володька заходит с удовольствием в будку. Все равно ему будет намного теплее. Как бы будка сама по себе, она теплая. Кто не знает, она полностью как бы как сэндвич. Внутри пенопласт, USB. Сначала USB, потом пенопласт и потом еще ну вот этим со шкафов. Короче, теплая будка. Снежок. Все. Друзья, уже поубирали, поуправлялись. Так, котам насыпали. Так, а ну-ка, давайте Володьке. Володь! А, вот она. Ого, уже нападала. Нападала снега. Так, на, Володька, на. А ну подожди, на. Вот так, давай, кушай. Молодец. Индюки закрыты. Кстати, друзья, сегодня был мороз. Ладно, давайте я зайду, потому что снегопад нереальный. О! Сегодня ночью, ну, заморозок был. Я не знаю, сколько градусов, может, 1-2. И у индюков на улице замерзла корочка, ну, где-то сантиметра полтора, может, 2. А внутри нет. То есть даже в этой будке у них там тепло. Ну, за счет того, что они же тоже тепло отдают. А в новой им вообще будет там. Они будут что, цари. Так. Коты едят, молочко есть. Кстати, друзья, и еще бойлер. Отличная вещь в хозяйстве. Утром сегодня тепленькой водички всем поналивали. Ну, Коста, понятно, Катя моет. И постоянно козы у нас приучены, как бы сказать, к теплой воде. Ну, пить им даем тепленькую. Так, Катя не собирала. Говорит, пособираешь. Утром было. Сколько здесь? 2, 4, 6, 8. Так, а ну-ка. А сколько ж тут? А ну-ка сильнее открою. Опа. Ой, надо выключить вентилятор. А что он шумит? Нам мешает. О. Так. Сколько же что-то? Раз. Угу. Вот. Два. Три. Четыре. Это получается 12. Так, где еще? А ну. Где еще? Сколько? 12. А ну. А, вот еще есть. 13, 14. Все получается. 14 сегодня. Ну, тоже, в принципе, нормально. Вчера было 19 штук. А сегодня 14. Ну, неплохо. Так, сейчас им будем водичку перед уходом поменяем. Комбикорм. Никак не съезжу. Не куплю. С этой стройкой, со своей. Постоянно занят, а оно у нас работает до 4. Хотя сегодня воскресенье, может, даже сегодня не работало, я не знаю. Ну, завтра, наверное, съезжу, куплю, да. Мешочек еще. Опа, клац. Потому что поначалу мы индюкам немножечко давали, ну, а сейчас
даем чисто перепелам. Все, тепло, печечка идет. Туда дальше, друзья, планирую немножечко усовершенствовать еще. Металл у меня там есть, но я вам все покажу обязательно. Муха! И за эти уже вам говорил и вспоминаю только здесь в сарае. Мухи. Ну, липучки от мух. Что ты язык показываешь? Уже морозы там. Там вроде обещают до 10 градусов. Я уже завтра, там немножко осталось вот этих вот гарбузов. Уже занесу их сюда, я думаю, не пропадут. Как раз получается, ну... А этих, я думаю, хватит. Получается... Да, как я и думал, до февраля по-любому хватит. Потихонечку буду давать им. И будет отлично. Да, Пумба? Ты тоже ждешь? Да. Опа, сейчас завалится, гляньте. Чик. Опа, завалился. Все. Ну, сейчас не буду заходить, Пумба. А ты этот горбуз не достаешь, что ли, да? Давай я тебе достану, на. На, 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 на. Жуй. Лёша, гляньте, паразит. Жуй давай. Оп, 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 оп. Ох, и вкусно, да? На, вот тут у тебя еще, у тебя же рот дырявый. На, повываливалось тут все. Утрешнее, на. Я ему... Это у них у всех, у Фионы особенно. У мухи не вываливаются. У Пумбы... Смотрите, как жует все лежа. Сейчас придется вставать. Упал в корыто. Ах, и Пумба. И у Фионы вот здесь вот тоже у нее рот дырявый. Муха ни кусочка не выранивает. Постоянно все съедает. Коты поужинали и до печки собираются идти отдыхать. Ждете сейчас, сейчас, сейчас. Я им козочкам тоже уже нарезал. О, кстати, друзья, увидел у Жасминки сережки. Сейчас расскажу. А у Катьки нету. На. 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 Хотя, друзья, у Белки, Катькиной мамки, были сережки. И она перед Катькой приводила козлят. Была квитулька была. На, на. И была, вылетела с головы, белая. Записано у нас, я честно, вылетела с головы. Вот у квитульки были сережки. А Катька, когда родилась, она была сережка. Вот этот, который покрыл Жасминку. Кстати, еще интересно, вот я вспомнил. Почему сережка? У него была одна только. Одна сережка. И мы его назвали. А этот знакомый человек, ну, у которого сейчас Серега, он меня увидел в магазине и говорит, а у тебя там, ну, он же знает, что мы держим хозяйство, говорит, а у тебя нету козлика. А мы как бы, ну, держали его, он уже месяц ему, по-моему, было. Да, есть даже на канале видео. И я, короче, ему его просто подарил, этого Сережку. То есть это от Белки, это Катькин брат. Только я ему говорю, мы его назвали, правда, уже. Он говорит, а как? Я говорю, Сережка. Он говорит, да ничего страшного. А он тоже Серега его зовут. Этого пацана. И так он, я говорю, если хочешь, там назовешь другим именем. Он говорит, да мне какая разница, Сережка и Сережка. А мы его вообще назвали из-за того, что у него одна она висела. И мы его Сережка, Сережка, а у Катьки не было. Ну, много разных... истории есть, кто говорит, что в дикой природе сережки, что типа если волк
вцепится за сережку, она оторвется. А я думаю, чтоб козочки были красивые. Да? А у Катьки нету. У нее вот два черных пятна в носе. Да? Да, коза дереза. Так что, сережки. Кстати, мы тоже, я извиняюсь, раньше не знали. И мы смотрели, ну, про эти же сережки. Что они означают, для чего они. Оказывается, даже у свиней, у некоторых тоже могут висеть сережки. Я, правда, не видел ни разу, но... Ну, в интернете то видел, а чтобы у нас не было еще такого. Сейчас дам, ну давайте, не можете вы, не можете. На, еще по кусочку. На, сейчас дам. Сейчас дам. И эти ждут, наверное. Понажирались, да? У этих тоже рты дырявые, вываливаются. Вон, повылизывали. Что такое? Что вы хотите? Сейчас им еще тоже гарбузов дам. Ага. Так. И, друзья, кстати, я говорил, что сделаю еще одно гнездо, но мы с Катей так подумали и решили посмотрим, где она еще снесет яйцо. Но это, наверное, будет завтра яичко. И мы, если, допустим, она опять тут-то снесет, то там я и прикручу. В принципе, какая разница, возле батареи. Сейчас же мы не будем на инкубацию собирать. Поэтому пускай... Выходите. Идите, побегайте. Опа. Идите. Чик. Я, кстати, друзья, в прошлый раз легко загнал. Они уже знают. Что? Он. Оп. Они уже знают, что когда я беру метелку вот эту, новую сюда купили. Сейчас дам, девки. Гляньте, как они смотрят на меня. И я когда беру метелку, они сами вот так прых-прых потихонечку. Но кипиш самый последний всегда заходит. Сейчас дам, бандиты. Угу. Снег, конечно, пошел. Немножечко мне помешает, но ничего, друзья. Я думаю, уже крыша есть. На днях, получается, может, завтра-послезавтра уже будем индюков перегонять. Уже будет полегче. И индюкам будет намного лучше. Завалище, давай. Гляньте. Брык. И, кстати, друзья, вот так же, как я сделал, хотя здесь тепло, здесь получается вот такая вот лаз, там купайка висит. И стоит, получается, такой этот, ну, там тоже типа бункерка. Ну, я, может, что-нибудь придумаю, немножечко усовершенствую, хотя оно нормально и так. Ну, посмотрим. Но я вообще тоже хотел сделать здесь, как бы, для котов такой бункерочек. Ну, чтобы они, как бы, коридорчик получается. Чтобы там зашел, клад закрылась, а и он пока идет, чтобы холодный воздух сюда не заходил. Так что, опа, гляньте, куда вышли. Чудики. Козы гоняют. Сейчас даю. Эти уже не могут терпеть. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока.